Начальнику госслужбы по спорту Вячеславу Соколенко сегодня 70 лет. Юбиляра лично поздравил президент Красносельский. Вы один из немногих тренеров Приднестровья, которые имеют воспитанников чемпионов Олимпийских игр. Учитывая ваши достижения, вы были назначены на иную должность, и сейчас вы охватываете весь спорт нашего государства. Мы видим, как в республике за последние 5-6-7 лет хорошо сделал, скажем так, шаг вперед развитие спорта массового. Это и школы Олимпийского резерва, это и спортивные комплексы, и спортивные базы, это привлечение к спорту громадного числа мальчишек и девчонок, которые занимаются ежедневно. Вячеслав Соколенко в должности почти 7 лет. В 2020-м стал человеком года в номинации «Достижения в спорте».